Артисты Московского драматического театра «Модерн» 16-летняя Вероника Устимова и 18-летний Артемий Монтай записали концерт для медицинских работников Ульяновской области. Молодые люди родом из Ульяновска. На счету Вероники участие в музыкальном проекте «Голос дети», несколько главных ролей в кино и в мюзиклах. Артемий – обладатель премии ТЭФИ и победитель Дельфийских игр. Актеры приехали в Ульяновск, чтобы провести творческий вечер, который они посвятили своим учителям и близким. Но решили задержаться в городе подольше, чтобы организовать и записать концерт, посвященный медицинским работникам. И куда-то все спешат такси, только пусто на земле одной, без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. В программе прозвучали арии из мюзиклов и отрывки из спектаклей. Свои творческие номера показали ульяновские музыкальные коллективы, акробаты и иллюзионисты. Правда, в этот день артисты не услышали аплодисментов, выступали при пустом зале. А за время пандемии я не успела к этому привыкнуть, и мне кажется, никто не успеет к этому привыкнуть, ну потому что... Всегда идет живая энергетика и обмен залом, вот, поэтому мы очень скучаем по зрителю и призываем всех, чтобы все соблюдали все меры безопасности. Весь концерт записывали на камеру, чтобы все желающие смогли посмотреть выступление через интернет. Участники и организаторы надеются на скорейшее снятие всех запретов. Анна Тищенко, новости Ул Правда ТВ.